Твою ж дивизию! Ёшкин матрёшкин, вы чё, серьёзно? Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть Garten of Banban 4. Да, ребята, блин, если честно, это очень крутая глава. Обязательно ставь свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Ну что же, в общем, мы тут поговорили немного. Я так понимаю, здесь у нас будет реально вот вся семья. Вот здесь скоро. Ну, я, правда, насчет Джамбо Джоша не уверен, как его поймают. Хотя вот тот же самый... Блин, нифига там она страшная была. Ля, погляди, просто погляди на это. Три, мы же еще кассету нашли. Давай поглядим. Так, ну и что там Стингер Флинн? Вот он лежит, отдыхает. Чилит, ребята. А это кто там такой? Погоди, Джамбо Джош? Прям похоже было. У вас нет записи для воспроизведения. Ладно, поглядели мы с тобой. Хорошо, значит, к принцессе... Королеве... Принцессе... К Жабкину не надо подходить. То есть я вот сейчас поглядел, посмотрел. Нет. Нам, видимо, надо сейчас будет опять вон туда идти. И нас будет там ждать, скорее всего, Банбан. Вот что я думаю. Ну-ка. Потому что он сказал, типа... Куда бы ты там не поехал, я все равно как бы буду. Так, ну давай. Вот он, да, смотри, вот стоит. Где вы были? Я долго ждал. Да я не знаю. Следующая часть, которая нам нужна, должна находиться на второй станции. Сектор питания. Так, ладно, погнали. Все. Слава богу, не надо находить еще билетики. Я считаю, что сейчас самое время представиться, что мы не сделали до сих пор, если вы можете. Я Усман. Я работал здесь до того, как все рухнуло, в прямом и переносном смысле. Я не могу себе представить, с чем вы здесь столкнулись. Мне и моим коллегам, следовательно, следовало сказать об этом раньше. Но, с другой стороны, мои коллеги все равно не были настоящими друзьями в те последние пару месяцев, так что это потребовало бы хорошего планирования. У вас когда-нибудь были друзья, которые внезапно отвернулись от вас без всякой причины? Сказать, что мои отвернулись от меня, было бы мягко сказано. Они внезапно перестали со мной разговаривать, они смотрели на меня... как на какое-то чудовище. Конечно, иногда я выхожу из себя, но это казалось чрезмерным, и я все еще нахожусь в замешательстве, мягко говоря. Так, мы здесь. Давайте начнем. Он взял этого! Что? В смысле, братан, а зачем ты его взял вообще? Смотри. Что происходит, блин? Стойте, пригнитесь. Джамбо Джош? Бедный, просто погляди, что с ним стало. Халк. Шрек изменился. Что? Не понял. Стингер Флинн же вроде... Должно быть, это была ловушка, которую ранее расставил шериф. Вот оно, что это ловушка. Я подумал, ни хрена себе, Стингер Флинн тоже на свободе уже вышел. Типа лапа там, щупальца. Ладно, понял тебя. О-о-о. Когда я был здесь последний раз, это не было заперто. Но ведь открыть его не так уж и сложно. Ну, конечно, брат. Естественно. Кто этим займется? Ля. Короче, их всех поймают. Я понял. Я уже понял, ребята. Я уже все понял. Так, ну давай поглядим. О. Что-то мне это не особо нравится, это спускаться. Резко как-то вниз. Нажми левую кнопку мыши, чтобы использовать игрушку. Окей. Так, ладно. Так, сюда я могу? Смотри, вот это, конечно, будет жутко. И сюда могу? Ну-ка. Вот. Блин. Что? Офигеть, они разные. Погляди.
Твою ж дивизию, а? Этого половинка всего. У этого головы нет, вон голова. Другая, по-моему, голова. Ух, блин. Так. Такая вот записочка у нас, ребята. Мы чуть попозже это все будем, если что, читать. Ребят. Так, ну ладно. Что у нас тут ждет? Че на меня смотришь? Он не смотрел на меня, в смысле? Они теперь смотрят на меня? Ух ты. Вы просто приходите сюда, крадете то, что принадлежит нам. Вы люди все одинаковые. Воры без стыда. Ваша жадность не знает границ, ее можно контролировать только в течение минут. Можешь забрать корону, мне все равно. Но могу ли я хотя бы получить аплодисменты за свою небольшую поэму, пожалуйста? Молодец. О, как мне в игре это сделать, братан? Не слушай этого парня, он только и думает о своих стихах. Я покажу вам, что действительно впечатляет. Фокус. Сезам, откройся. А, спасибо, брат. Спасибо тебе огромное. Думаю, я заслужил аплодисменты. Конечно, братик, спасибо. Вот за это точно. Вот за это точно. Красавцы. Лучшие, лучшие просто. Так. Короче, корону мы взяли с тобой. И сюда. Нажимайся! Да, отлично. Оу. Нужно вот сюда. То есть просто его направить. О! Есть, отлично, ребята. Дальше мы идем сюда. Давай, лети. Отлично. Теперь сюда. Есть. Теперь сюда. И вот тут последний. Погоди. Три. А последняя здесь. Все, найс. Ребята. Погоди, а он выберется вообще отсюда? Ну-ка. Ну-ка, братик. А, это же стекло, да, такое. Так, ладно, хорошо. Ну-ка, лети. Я как он полетел, а? Ты видел? Офигеть. Давай, братишка. Есть, хорош. Так, и мы с тобой получаем красную карту. Ага. Так, замечательно. Замечательно, ребята. Идем дальше. Слушай, ну интересно, интересно. Там дальше. Братишки, давайте, удачи вам. До свидули. Надеюсь, вы не выберетесь. Ну, хотя там, по идее, только один, да. Без головы тоже может выбраться и голову-то присобачить, по идее. Так, братан, все сделано. Я не знаю, а вот это-то что такое? Вот еще одна дверь. Не похоже, что вторая принимает ключ-карту. Вот оно что, зачем вот это вот? Слушай, прикольно они придумали. Есть. Окей. Let's go. Прежде чем мы возьмем часть лифта, нужно кое-что сделать. Я должен передать этому самозванцу... Самозванцу кое-кому. Вам оказана честь. Наверное, ему было очень одиноко, но я подарил ему нового друга. Теперь будем ждать. Кого ждем-то, брат? Кого? Подожди, нет, Наб-Наб!
А чё? Мы не можем нам позволить Намнабу схватить его. Ля, смотри, что творит! Погоди, а кому ты тогда хотел-то дать? Намнаб реально одинокий же, бедный. Налина? Блин, как? Говорить-то, блин. Да блин, вы закрыли! Вы чё творите-то? Да ёшкин матрёшкин, вы чё? Фига себе. Ля. Так, я столько раз пытался тебя исправить, но ты неисправим. Сестерёночка. Хватит! Да ну нафиг! Ля, нормально, наши справились. О, брат, ты чё? Я могу это контролировать. Я знаю, что могу. У меня есть несколько дел, которые должен сделать здесь, а вы без меня... Вот не дай бог, он сейчас превратится в демона. Вот не дай бог, ребят, иначе будет хреново все. Так, а чё вот это-то закрыто? Что там? Есть, ребятки. Ну, там есть. Чё? Ладно, удачи. А, ключ, карта. Ну, окей. Блин, ну это жалко, это печально. Опа, а там что-то интересное, да? Слушай. Нам нужен перерыв? Офигеть. Интересная штуковина. Ну только давай попробуем туда забраться. Джамба Джош, да? Так. Еще нашли мы с тобой. Что с тобой? Фух. Ну не упали, это хорошо, это хорошо. Да, дружище. Так, ну все, погнали теперь. Дальше. Слушай, интересно, интересно, чем это все закончится. Ух ты, блин. Погоди, ты хочешь сказать вот этому? Здорово. Жесть, конечно. На выход, ребят, уходим, уходим отсюда. Побырей. Ну слушай, локация клево сделана. И экшена дофига. Так, все, мы с тобой отправляемся обратно. Я, получается, один, офигеть! Че это такое, блин? Моя станция. Желтая карточка. Ну, теперь я понял, куда нам надо. Теперь я понял, куда, ребята. Надо будет синенькую нажимать. И это, я так понимаю, последняя будет. Последняя наша локация. Так. Угу. Приехали. Давай эту часть мы отдадим. Ну это прикольно, то, что мы возвращаемся в одно и то же место, и можно здесь, скажем так, расслабиться, отдохнуть, да, ребята? Как бы здесь нам ничего не угрожает. Так, а ну-ка сюда давай поглядим.
Не, пока. А вот! Офигеть, офигеть, ты смотри, реально новые появились! Жесть! Бедная! Это вторая запись в архиве, Тодстер. Преступник номер два, учитель, был схвачен возле лифта. В отличие от улитки, учительница оказалась крайне враждебной по отношению ко мне, назвав причину своего появления здесь отсутствием ученика из ее класса. Были зафиксированы многочисленные неудачные попытки бегства, но, похоже, она наконец сдалась. В попытке успокоить ее было использовано множество предметов, только несколько лишних кеглей для боулинга, похоже, помогли. С тех пор, как учительница успокоилась, она сидит в углу, повторяет про себя фразу «Я не могу опоздать» снова и снова. Действительно интересный случай. Блин, жестко. Погоди, а Джамбо Джо... он тут, ребята, вот он, офигеть. Так, давай следующий. Это третья запись. Преступники по номер 3 и 4 птицы были пойманы путем заманивания в их... нынешние камеры. А их внезапное без приглашения появление в королевство застало меня врасплох, но теперь они надежно удерживаются. Похоже, что они очень территориальны, так как не проявляли никакого враждебного поведения, пока я. Также казалось, что они безумно ищут что-то, хотя я не уверен, что именно. Я уверен. С тех пор, как их изолировали, они не двигаются. Я думаю, что они пытаются обмануть меня, чтобы я вошел и проверил. Я на это не поведусь. Скоро будут новые обновления. Так, что насчет Джамбо Джоша? Тут его понятное дело. Это четвертая запись. Преступник номер 5, зеленая горилла, был пойман, став жертвой ловушки, которая была разработана и установлена в секторе питания по вашему заказу. Пока что зеленая горилла была прикована цепью, поэтому удалось получить не слишком много информации. Сегодня за несколько часов мы получили 7 случаев. Это очень странно. Что-то произошло наверху, что привело к тому, что эти случаи оказались. Мне больно видеть знакомые лица в таком состоянии, но я не могу рисковать своим здоровьем, чтобы помочь старым друзьям, которые, возможно, сошли с ума. Скоро будут новые обновления. Блин, ну слушай, это вообще круто. Это вообще круто, ребята. Тут еще кто-то будет у нас. Так, ладно. Ладненько. Отлично, пошли. Отдадим запчасть эту. И, по идее, надо будет дальше идти. Да, колючки еще сделали, смотри-ка. Как? Просто вот скажи мне, пожалуйста. Шериф Жабкин просто раз и все, спокойно всех там берет. Это жесть просто. Красавчик. Ну, я насчет птенца, понятное дело, уверен. Его просто надо родителям отдать, и тогда все будет хорошо. Ля, какой довольный, а ты погляди. Как ты поймал, если ты тут сидишь, это... Это 2 из 3. Отличная работа, напарник. Поговорить с королевой, новое задание. Ладно, идем дальше. Мы, в принципе, вроде карточка-то у нас желтая-то есть, поэтому могли бы и просто пройти. Но интересно, что она там скажет, ребят, да? Меня удивляет, если честно, то, что почему-то в главном меню трейлер 6 именно главы, а не 5. Почему так? А прикинь, здесь, короче, 2 в 1, и 4-я и 5-я глава. Ну не, это, наверное, слишком жирно было бы. У меня есть такое подозрение, ребят. Но было бы круто сразу 2 главы бы выдать. С возвращением. Надеюсь, ваше путешествие стоило того, и лифт стал немного полезнее. Мы очень близки к тому, чтобы полностью исправить ситуацию. Я молюсь о безопасности детей, которые вы ищете. Когда вы их найдете, могу я попросить вас об одолжении? Не могли бы вы иногда навещать нас? У нас так давно не было посетителей, которые не пытались бы нам навредить.
Пожалуйста, рассмотрите мою просьбу. Больше я не хочу вас задерживать. Похоже, что прибыло еще больше ваших друзей, если вы захотите их навести. Ага, я понял. Да, мы уже там были, посмотрели. Я понял. Я первым делом туда как раз и пошел. Так, ну что это значит? Что это означает, ребята, мы идем прямо сейчас на лифт, и там уже вот последняя часть будет. И я вот не знаю, что там дальше. Ну, скорее всего, наверное, уже финал будет, ребят. Наверное, две серии, потому что я на три буду растягивать. Не знаю. Что это такое? А, ну это поварской этот колпак. Ну это, короче, все для дрона. Типа вот шапочки там делать. Я понял. Интересно. Погнали. Последнее еще посмотрим. Ну, понятное дело, ребят, что тут 100% где-то еще есть секретик. Но навряд ли мы его сейчас найдем. Если что, там третья серия будет планироваться, ребят. Наверное... стримчанским даже делаем. Так, все, мне вот сюда. Ребята. Интересно, мы можем вот просто туда сейчас поехать? Нет, именно таким способом. То есть мне сейчас еще чисто три станции вот эти проезжать или что? Господи, я подумал, блин, лифт соскочил, блин. Каждый раз так гребаный, а? Да, тут мы были. Нормально, работает оборудование. Смотри-ка. Интересно, какой же будет финал-то, а? Ну, как ты знаешь, мы починим лифт, и, скорее всего, концовка, финал будет. Я так подозреваю, ребят. Потому что каждый раз, короче, Гартенов Бан-Бан... Нас радует, как только мы в лифт залезаем, все, это значит финал. Сейчас посмотрим. Все начинается и заканчивается. Так, все, это моя остановочка, пожалуйста. Дайте мне выйти. Такие вот они. Так, ладно. И че? Опа, там что-то интересное. Что-то тут большая локация, это похоже, ребят. Дом, милый дом, ребята! Не, ну не это, а вот это. Смотри. Вау! Круто! Квартирка, ребята. Читаем, если вы хотите там... Ну, мы это, если что, попозже переведем. Я говорю, там еще одна серия. Скипиди, доп-доп! Не, ну если Чучу Чарльз тут каким-то образом оказался, то где же... Скибиди туалеты, ребята! Мега хайпе, естественно. Ничего не поменял. Запутать хотят, прикинь. Да. Давай, 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 что-нибудь посложнее. Так, смотрим. Лейки на месте. Да. Все, понял, ванна. 100%. Там эти флакончики пропали. Ванна и туалетная. Так, хорошо. Ну что, пускай меня. Ура! Так, хорошо. Да это нифига, блин, мне сколько надо игр-то проходить. Вы чё? Не понял. Так, а как я это буду? Твою ж дивизию! Ёшкин матрёшкин, вы чё, серьёзно? Так,
Так и есть. Так, отлично, ребята. Быстро, 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 быстро действуем. Так. Теперь тут. Давай, 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 разгоняйся. Хорош. Что последнее остается? Давай, давай, сюда, сюда, дружище. Все, осталось немного, ребята. Давай. Непон, непон вот этого. Почему он так хреново разогнался? Так, сейчас сюда, давай, разгоняйся. Отлично. Ура! Так, и что теперь? А, трубони, дорогой. Ля. Лисёныш какой. Это просто жесть. Пощекотать тебя. Короче, и хрен знает. В общем, он сдох. Офигеть. Китти, это котенок. Киттисаурус. Мяу, от френдс. Да. Так, давай, вот это. Если что, мы потом все это будем читать, ребят, но чуть попозже. Так, а это у меня есть, если что. Так, а здесь, погоди, погоди. Ага, фиг там. Фиг там, не, не могу. Что это, блин, такое? Ля, алмазы. Майнкрафт, ребята. Что? Что у нас происходит? 8 кристаллов, чтобы получить приз. Слушай, я думал, где последний кристалл, блин? Смотри, вот эта кнопочка тут секретная, оказывается. Прикинь. Окей. Окей, все, забираем еще один кристалл. Пойдет. Отлично. Так, карта. Все, забираем и идем дальше, ребята. Идем дальше. Так. Ну, отлично, мы справились, да? Разыскивается. Все, мне кажется, тут уже сейчас будет финал, ребят. Все, мы последний. Как букашка к пулемету. Не буду врать, я думал, что динозавр тебя прикончит. Но если ловушка тебя уберет с моего пути, тогда я не буду жаловаться. Я бы рассказал вам очень подходящий анекдот, но вы, люди, просто никогда их не понимаете. Самые близкие люди отказывали мне в том, для чего я был создан. Люди, которые были генетически запрограммированы смеяться над моей каждой шуткой. Они приводили какой-то сценарий конца света, в котором то, что находится в сумке королевы, вырвется наружу, если я рассмешу. Но я в это не верю. Я был в смятении и твердо решил стать самым настоящим шутником. Но потерпев неудачу снова и снова, я кое-что понял. Я лучший шутник, лучше меня никого не было, будь он даже сделан мной. Благодаря вам шериф будет занят, и добраться до королевы будет проще простого. Ах ты, блин, а? Ах ты ж, блин.
Я уйду сейчас, потому что, в отличие от вас, мой путь к возвращению семьи никогда не был таким чистым. Ах ты, говнюк. Мы типа всех посадили, и теперь он идет. Прикинь? Все, он идет, ребята. Сейчас будет смешить ее. Бля, какая же там шутеечка-то будет, а? Даже не представляю. Так, брат, ну а что это? Выбиваем. А, вот кнопка. Спокойно. Сюда. Много времени просрали, но там скрипты. Так что забей, дядь. Все отлично, найс. Повезло. Все, быстренько идем. Офигеть. Чисто путь назад. Хоть бы какой-нибудь там раз. Ну хотя, тут нифига, оказывается, тут вообще... Ты понимаешь, маленькая, по идее, вот такая вот... Все-таки локация, скажем так, да? А, блин. Все, обратно едем. А долго мы, в принципе, проходили. То, блин, один квест, то второй. Слушай, ну это прикольно. Так, я так понимаю, ребята, все, это уже сейчас будет финал 100%. Либо сейчас что-то вообще такое интересное будет. Опять битва какая-нибудь. Сейчас всех мы освободим. Так. Пока все спокойно, блин. Что ты думаешь, может сначала мы в тюрягу сходим? Но я не думаю, что их можно сейчас прям освободить. Давай посмотрим. Так, тут все спокойно. Джош. Я так понимаю, шутника надо сюда, ребята. Как ты думаешь, сначала лучше к Жабкину сходить или к королеве? А? Ля, вон оно, смотри. Блин, ну давай попробуем к жабе сначала сгонять. Вдруг, ребята, давайте. Прикинь, тут еще две концовки, может быть, в четвертой главе. Вдруг разветвление они сделали. Ну, сомневаюсь, конечно. Так, давай, быстрее. Пока не... она там нормальная. А, смотри, а где он? Он, похоже, не дурак. Ребята, он уже у королевы. Ну все, тогда нормально. И все по скрипту. Да, все, окей. Ну я должен был проверить, бро. Надо было проверить. Так, погнали быстрей. Ну, сейчас интересно, как будет это все развиваться. Ребятки, весь сюжет. Так. Вон, видишь, она наверху прям стоит. А, это котярик, что ли? Так, и что же у нас тут? Ребят, нормально все? Ваше Величество, я наконец-то пришел, чтобы сделать то, для чего был создан, и рассказать свои шутки. Это моя лучшая партия! Я приказываю вам уйти и не рассказывать шуток. Так. О, нет! О, блин. Посмотрите, что вы наделали! Ух, ничего себе, цып вырос! Как же быстро они растут! Жаль, что скоро она будет полностью раздавлена. Ух, ничего себе! Это хаос. Я выполню все ваши приказы. Почему вам не порадовать меня последний раз? Всего, что я хочу, это развеселить вас. Не соглашайся, не надо. Но вы знаете, что будет, если я засмеюсь? Да, и вновь говорю себе, что некоторые вещи важнее, чем смех. Но я больше не могу ждать, я должен заставить тебя смеяться, даже хотя бы немного.
Господи, по башке ему дайте уже. Мне больше нельзя откладывать. Я ничто без правителя, которого нужно развлекать. Простите. Ваше Величество, скажите мне, что сказал проводник поезда кенгуру? Запрыгивайте! Это было ужасно, да-да! В смысле? Ты сказал, это было ужасно, а сама ржет! Типа на удачу. Ты охренел! Короче, хана. Просто хана нам. Офигеть. Понятно. Да уж. То есть она порофлила над тем, что это просто ужасно. Это просто ужасно, что так смешно. Да. О! Мне удалось заставить лифт работать, но только частично. Нужно спуститься вниз, но сейчас нам нужно выбраться с этого этажа в любое другое место. Братан, понял тебя, понял, погнали. Ля-ля-ля, за нами, за нами. Блин, офигеть. Видимо, так и заканчивается у нас глава. Ну, я, если честно, вообще не понял, нифига, что у нее там из живота-то, реально, какой-то луч смерти. Бырей, бырей, бырей. Ля! Ты этого прихватил, что ли? Родного. Все, что мы с таким трудом создавали, просто разрушено. Я отпустил других заключенных, но схватил этого. То, что он знает, определенно пригодится. Если мы доберемся туда живыми, нам нужно найти скипетр королевы. Только это может остановить это безумие. Да, ребята, все. Блин, ну это очень интересно. Честно скажу, ребята, мне понравилось. Тут что-то... Вот изюминка есть, изюминка правда есть, присутствует, ребята. То, что у нас наконец-то друзья появились, это прикольно. То, что мы спокойно к ним подходили вот так вот, задания выполняли туда-сюда. Слушай, ну это прям... Глава мне очень понравилась. Будем смотреть, что там дальше. Ребят, обязательно ставьте жирненький лайкосик. Залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.